всем привет. А сегодня мы приготовим с вами что? Латте. Да. Давайте сделаем латте с вами. Чем отличается капучино от латте? Смотрите, капучино эспрессо снизу, пенка сверху идет. А латте идет наоборот. Сначала идет пенка, а потом уже идет. Что? Правильно. Эспрессо. Берем молоко. Молоко в пиццу заливаем. Вбиваем. Тут нужно немного лет. Нагреваем молоко, пока вот только ладонь чувствовала горячо. Как чувствуется, что уже горячо, пускаем. Вот, я почувствовал горячо, я отпустил. Сразу вытираем. Убираем все пузырики. Когда надо получиться. Теперь мы с вами наливаем молоко, то есть пеночку. Делаем ее красивой. И так у нас получилось. Сейчас у нас стакан просто с одной молочной пеной. Что мы делаем дальше? Берем двойной, то мы делаем большой, и засыпаем кофе. Вот так она готова. Если когда мы готовили капучино, мы ставили стаканчик и проливали эспрессо, правильно? Здесь мы берем по-другому. Берем вот такие маленькие пикчеры. Берем таблетку, потому что уже приготовили. Вставляем и нажимаем. Пикчеры ставим. И вот так наливаются. Процесс идет. Все, выключаем. И заливаем. И вот тут как раз у меня подписчик спрашивает, рисуешь ты рисунки. Вот, получается очень красивый рисунок. Да, там вот сердечки так еще не умели рисовать. И дальше для любителей сразу убираем. Чистим. Сразу, да? Пикчер почистили, воду пролили, эти промыли сразу. Дальше сахар пожирания. Сахар пожирания. У нас с вами готов латте, легендарный, натуральный латте. Промываем ложечку. Все, ребят, можем пить. Да, тот самый вкус. Это тот случай, когда люди любят кровь сверху, а не снизу. Ну а завтра мы приготовим себе. О! Раф! До завтра!